Давайте начнем с того, что СОК-форум — это единственное мероприятие подобного рода, то есть именно форум, который посвящен проблематике управления информационной безопасности в одном ситуационном центре. Тема очень активно развивается в мире и в нашей стране. Наша страна традиционно догоняющая, поэтому нам еще есть куда расти, есть что строить. И СОК-форум в этом плане он помогает нам понимать, как нам строить процессы информационной безопасности, как нам строить единый центр мониторинга в своих организациях. На СОК-форуме я бы хотел обязательно послушать регуляторов. Это всегда очень важно, потому что именно они определяют ту политику, те правила игры, по которым мы будем жить дальше. Поэтому я бы хотел услышать, прежде всего, их мнение, их вижен даже, то есть что, как они видят развитие темы СОКов, темы госсопки, если мы уже будем более углубляться в тему. Я ожидаю, что будет еще больше народу, еще больше интересных людей и экспертов, действительно разбирающихся в этой теме. У нас есть не один или два СОК-провайдера, их уже гораздо больше, поэтому им есть что рассказать, каждый из них особенен, у каждого из них выстроены процессы, люди и технологии по-своему, именно это интересно. Надо сказать, что я был, наверное, на всех СОК-форумах, и на первом, и на втором половина форума мы отвечали на вопросы или пытались ответить, а что такое СОК вообще, для чего он нужен. Я ожидаю, что вопросов «что такое» будет уже меньше, уже будет вопросов «как это все делать».